В Актобе обстановка с паводком стабильная. Об этом говорят представители штаба противопаводковой комиссии. На сегодня откачено с улиц города 45 тысяч кубометров талой воды. На опасные участки завезено 700 тонн инертного материала. В работах по предотвращению паводка задействованы 100 единиц водооткачивающих машин и 20 единиц большой техники. Это краны и экскаваторы. Если 10 звонков поступает, где-то 3-4 они являются ложными. Вот поэтому сразу дается отказ этим. Ну, кроме того, снег не вывозится с дворов, он тает, уже начинает уже топить, потом уже бить тревогу, что нас топит и так далее. Вот такие моменты. И там перед своим домом, там где вот ливневка, там забивается мусором, там, вот такие проблемы мы там сталкиваемся. Если необходимость будет, будет работать круглосуточно. Как последний звонок пока поступит, штаб будет дальше продолжать свою работу.